Выплата, которая будет производиться по поручению губернатора, поможет семьям в это нелегкое сложное время, пока оформляются документы страховой компании, получить 500 тысяч рублей. Министерство социального благополучия и семейной политики начинает сбор заявлений от семей погибших. Заявления принимаются до 6 августа, и после 6 августа, буквально в течение нескольких дней, эти выплаты будут произведены семьям. Такой временной промежуток взят для того, чтобы семьи, которые находятся, допустим, за пределами Камчатского края, также могли обратиться за этой выплатой, так как согласно действующему законодательству, если право на выплату, на эту помощь имеют несколько человек, несколько родственников, то эта выплата осуществляется им пропорционально.